Умение воспитывать – это все-таки и искусство. Такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или на рояле, хорошо писать картины, быть хорошим фрезеровщиком или токарем. И вот в нашем училище хореографический класс является такой мастерской, где маленькие детки из гадких утят превращаются в прекрасных лебедей. Все получалось просто так. Но сколько надо на терпение, чтобы заглянуть в зеркальный пруд и, погрузившись в отражение, творить свой бесконечный труд. Чтоб из кровавых капель пота вдруг оперение проросло, и руки лебединой нотой воспели небу торжество. Искусство прекраснее, чем танец, не сыщешь. И не трудись, бесполезно искать. Не знающий танца, жалок как нищий, прекрасен, умеющий танцевать. Я никогда не видела себя в другой профессии, кроме как учитель танцев, учитель хореографии. С раннего детства я мечтала именно об этой профессии, и я ее получила. Благодаря, наверное, своим преподавателям, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, хотелось бы, конечно, им сказать огромное спасибо, потому что каждый из учителей, каждый из преподавателей сделал свой вклад в мое развитие, в мое становление как учителя. Огромное, конечно, спасибо хочу сказать своему преподавателю, который выпускал меня уже из высшей школы, это Александр Васильевич Кулилей, который вложил в меня вот какую-то доброту, любовь, в связи с тем, что моя профессия – это мое хобби. Я всегда с удовольствием бегу на работу, бегу к своим детям. Если есть какие-то там проблемы или еще что-то, только с первыми аккордами музыки я забываю вообще абсолютно про все. Когда я вижу взгляды детей, которые ждут, и которые рады меня видят, и которые встречают аплодисментами и бегут ко мне навстречу, тогда забывается все просто, все забывается, и у тебя появляются крылья. Очень многие дети, которые учились в моих классах, связали свою жизнь именно с хореографией. Кто-то танцует на большой сцене, кто-то посвятил себя, также перенял опыт и стал учителем танца. А дети, которые не связали свою жизнь с хореографией,
хореографии, а стали юристами, экономистами и так далее, они все равно никогда не проходят мимо наших учебных заведений, мимо нашей школы, всегда заходят со словами благодарности, заходят, когда у них они приезжают во Владивосток, сообщают, когда они выходят замуж или женятся, и у них у всех теплые воспоминания о своем детстве. Знаете, что сейчас в крае объявлен конкурс «Любимый педагог». А вот вы бы кого предложили? Наталья Николаевна. А почему? Так единогласно. Потому что она нам помогает стать тем, кем мы хотим стать. Она добрая, она очень красивая. Ну, мне она нравится тем, что она любит тоже нас. То, что она нас нигде не бросит никогда. Хочется учить других детей, стремить их куда-то. Научиться тому, что нас научили. Да. И чтобы они такими же выросли, как и мы, красивые, как и наши учителя. Я думаю, что Наталья Николаевна очень честный человек. Она заботливая, ну, красивая очень. Всегда выручит из беды. Наталья Николаевна, она, мне кажется, трудолюбивый человек. То есть она так, она нас учит, потому что она хорошо тогда занималась. А она хорошо занималась тогда в детстве, ну, естественно, потому что она тоже трудолюбивый человек. Еще Наталья Николаевна нам как настоящая мама, вторая. Потому что если бы любимого учителя не было в этой школе, то бы ты тогда учился, наверное, бы на двойке, на тройке, а пятерочки одной не было. Потому что Наталья Николаевна нас заботится, она хочет, чтобы мы стремились к лучшему, чтобы мы танцевали хорошо на сцене. И она честная, она, если у ребенка что-нибудь не получилось, она не поставит ему двойку. Если он не старался, тогда она поставит ему двойку. Но если он старался, тогда она ему поставит пять, потому что она старалась.